dvhub.ru. Добрый день, уважаемые участники. Добрый день, хабаровчане, добрый день, биробиджанцы. Большое вам спасибо за то, что нашли возможность сегодня приехать на этот турнир. Турнир памяти Сергея Васильевича Чекунова, моего отца. Я хочу сказать, что это человек, который сделал очень много для того, чтобы в Хабаровском крае, чтобы в Еврейской автономной области конькобежный спорт жил и развивался. Благодаря его усилиям сегодня у нас с вами есть возможность заниматься нашим любимым спортом, выезжать на соревнования, показывать свое мастерство на различных соревнованиях, начиная от краевых, заканчивая всероссийскими, международными. Отсюда вышли Юлия Немаев, Ваня Скобрев, которых очень хорошо знаете. Я думаю, это далеко не предел. За вами будущее конькобежного спорта. Я желаю вам успехов, быстрых секунд. И самое главное, чтобы самое заветное желание, которое вы себе загадали по поводу спорта и спорта высших достижений, обязательно сбылись. Ну и, конечно же, болеем за нашу сборную олимпийскую. Да? Болеем? Болеем, правильно. Спорт – это наше все. Поздравляю вас с открытием. Быстрых вам секунд. Удачи. Малая дорожка фальстарт. Повала Владислав снят за фальстарт. Вот это да, первый раз за три года dvhub.ru.